Welcome, welcome, welcome. Ну что, ребят, ночные покатушки закончились, пора переходить к реальным играм. Реальные игры здесь, только сейчас. Cloud9 против Team Liquid. Американский ЛКС эта неделя начинается с этого crazy матча. И вообще у Cloud9 на этой неделе только crazy матчи. Прошлую неделю они прошли 4-0. Одолев неожиданно команду топ-4 и, ну, донную какую-то команду, какую донную, я сейчас не помню. И среднячка, там чуть ниже среднячка была. Но это не особо имеет важности хоть какой-то. На этой же неделе у Cloud9 предстоит матч против Team Liquid, тут прямо сейчас, которые вернули себе Дардоша уже окончательно, я так понимаю, Мун никакой не будет в лесу бегать, и за место Пиглета уже третью неделю будет играть Фаби. Видимо, это и есть панацея, потому что команда с 1-3 превратилась в 4-1, то есть уже, ну, хоть какие-то результаты начала показывать, и довольно приличненькие. А на следующий, через два дня, это получается воскресенье, Cloud9 будет играть с Имморталами. И вот там-то, в общем-то, круг второй и начнется. Напоминаю, что первую игру команды Cloud9 проиграла Имморталам 2-1, были все игры очень близкие. Могут взять реванш. А сейчас у нас получается, что Cloud9 идут на втором месте в таблице. Или я вру, ребят. 8-0 идут TSM, 7-1 идут как раз таки Immortals, и 6-2 идут Cloud9. Такие дела. Ну и Team Liquid, видите, идут 4-4. По очкам Cloud9, конечно, опережают их, но по картам Team Liquid вроде даже лучше идут, потому что Cloud9 2-1-2-1 выигрывали почти все свои матчи. Ну вот кроме прошлой недели они немножко исправили себе статистику. У них сейчас там 15-9 вроде бы, что-то в этом роде. Какая-то такая статистика 15-9. Ну что ж, Cloud9 пикнули себе Шена. По банам мы видим, ничего сверхъестественного не было. Забанено Райс, потому что никто против него играть не хочет. Понятное дело, что влажная мечта для Трандла Шен являлся бы, поэтому Трандл был забанен. И Карма, потому что Феникс довольно сейфово может отстоять на ней. И для Фаби, да и в общем-то и не только Феникс, и Мат может играть на ней. Cloud9 не очень любят. Они либо сами ее пикают, либо банят, это я уже заметил, они очень часто так поступают. Team Liquid же полностью уничтожили Дженсона. Все, что можно было поиграть, они забанили, но Дженсон, видимо, будет играть Виктора, поэтому резко Team Liquid забрали себе Рексайку, чтобы нельзя было его поиграть. И, конечно же, из-за того, что была пикнута Северка, приходится Бенефуфу пикать для себя Браума. Браум — это единственный чемпион, который хорошо контрит Северку. И, скорее всего, мы с вами увидим синяки на Люциане, потому что Люциан плюс Браум – супер сочетание. И Грейвс от Метиуса. Редко мы видим от Метиуса Грейвса, от Грейвса Метиуса, да. Противостояние двух джанглеров будет очень интересное. Метиус против Дардоша. Это два самых моих любимых в Америке джанглера. И вот они сейчас будут друг другу бить лица. Поглядим. В предматчевом интервью Дардош сказал, что это не Метиуса мета, он не смог к ней приспособиться, он пытается, но еще недостаточно у него это получилось. Ну, Дардош за такие высказывания, видимо, и вылетал из команды Team Liquid, потому что если он даже такое высказывает на предматчевых интервью, где вбросы надо просто делать, а представьте, что он там со своей командой в открытую обсуждает. Фиора для Лаура была пикнута. Лаура вообще-то так себе Фиора. Вот Поппи у него шикарная. Но Фиора так Фиора. Это, видимо, как ответочка Шену сплитпушера. Но Шен все равно будет идти в фулл танка. Не знаю, сработает ли это хорошо. И Мат забирает Барда. Честно, не совсем понимаю, зачем он им нужен. Он не сочетается ни с одним из чемпионов, которые пикнут у команды Team Liquid. Но пик команды Cloud9 был очевиден. Я по поводу Виктора. И Аша Виктор? Ну, наверное, да.
Все же Аша Виктор. Не Люциан Виктор, как я думал, а Аша Виктор. Ну и что ж, Феникс, в общем-то, сам себя тоже законтрил, забанив Азира. Зилиан. Ну, да, вместо кармы можно еще Зилиана пикнуть. Ну, теперь немножко начинает проявляться, зачем был пикнут Барт и зачем была пикнута Фиора. Фиора пикается для того, чтобы играть вокруг такие Зилиана. Но у команды Team Liquid большие проблемы по отсутствию магического урона, казалось бы. Но Зилиан в хороших руках тоже наносит магический урон и довольно приличный. Что касается мата, ну, зачем был пикнут Барт? Для того, чтобы вытягивать время тимфайтов, чтобы как можно больше могла стаков набить Фиора. Ну, и так же самое Сидж отменять команде Cloud9. Ну, поглядим, что будет. Тут комментаторы обсуждали как раз таки Феникс, ну, они сравнивали разных игроков. Я удивлен был, что они не касались остальных, кроме как джанглера и мидеров. И мидеров, ну, назвали, как и есть Дженсен сейчас, по всем показателям, лучший мидер этого ЛКСа, потому что Бьёргсен начал очень много саппорт ролей выбирать для себя, и поэтому его статистика очень сильно упала, у него и ласхит так себе, а Дженсен как раз-таки абсолютный лидер по всем показателям. Лучший ласхит, лучший КДА, самое большое количество киллов. Напоминаю, он сейчас на первом месте идет, обгоняя Сники на целый один килл. Ну, такие дела бывают. Или на 2 килла. На 1 или 2, там, по-моему, 105-104 или 105-103, что-то такое по киллам у них, у обоих, у Сники и у Дженсена. Соответственно, ну так вот, а Феникс, звезда прошлого сплита, парень, который получил титул лучшего мидера прошлого сплита, в этом сплите еле-еле там на топ-5-то светит. И комментаторы как раз обратили внимание, что Феникс не выигрывал даже у средних команд, просто стоял с ними вровень. А уж всем вот таким вот игрокам, типа Дженсен, Бьёргсен, Пабелтер, он проигрывает вчистую по фарму. Но это был первый круг, там, где большую часть игр еще Мун играл и Пиглет. Сейчас немножко все поменялось. И вот последние три игры, ну, три best of three, все. У меня там просто кот скребется, я не понял, что скребется, и мне что-то сыкотно стало. Так вот, последние три игры, три best of three, играли уже вот этим составом, и вроде хорошие результаты показали. Здесь даже не на что обращать внимание, кроме Warlord Аша. Любопытно, что Аша решил играть через Warlord, а не Фервор. Варлорд на Сивирке-то очевиден. Я ее чаще всего сейчас и вижу на Варлорде вместо Фервора, потому что, ну, отхил, все дела, и у нее прыгающий бумеранг ее, и каждый выстрел бумеранга вас будет хилять. То есть в этом как бы идея заключается. Вот почему Сники решил пойти через Варлорда, это я немножко не понимаю. Ну ладно, посмотрим. Свап произошел, причем свапались Cloud9, Team Liquid не знали, кстати, об этом, поэтому они так криво все начали. И в итоге полностью весь синий лес себе забирает Метеус, и после этого будет перемещаться в красный. Рексайка сейчас бежит в этот красный лес, потому что она боится, что что-то потеряет, упустит. Ну и самое главное, синий баф для Зилина пытается сохранить. Ну и так как Лаура оказался на топе, попытался опыт позарабатывать, но у него это не особо получилось. Он сейчас вынужден был нажать телепорт, прилететь вниз и начать здесь ласхитить вышки. А знаете, почему, наверное, Cloud9 свапнулись? Я не думаю, что это связано с тем, что они испугались стоять там дабл-линию. Это, скорее всего, связано с Дрейком, который вышел. А Дрейк идет на сидж потенциал, и у команды Cloud9 очень хороший сидж потенциал, и Шену этот Дрейк тоже подойдет. И поэтому они хотят сейчас сделать свап по вышкам, поломать, и потом на следующем свапе обменять Дрейка на ни на что, то есть на немножко тайминга. А Рив Геральда, ну, вряд ли успеет забрать к этому моменту
для Фиоры Team Liquid, тем более, что там Фиора и Рексайка, ну, так себе это получится. Ну что ж, что будет Лаура делать? Пушит? Нет, он пока просто фризит. Феникс попытался попасть с двумя выстрелами, не попал. И здесь Дардош спалил свое местоположение. Дженсен сразу кликает, говорит, где, откуда идет беда. Ну, а нам показывают голосование, которое явно будет в пользу Клауд9ов, потому что гораздо больше у них фанатская база, чем у команды Team Liquid. Тем более, что там в Team Liquid творилось. Ну, то есть у них, если началась любовь, то благодаря там Дардошу и Фениксу. И тут Феникс перестал играть на своих чемпионов, а Дардоша вообще зачем-то во второй состав скинули. Ну и из второго состава вроде бы все получилось. Он выбрался. И теперь, ух, как было близко, чтобы мат попал в Шена. Импакт, который бегает. Но, правда, это все равно ни к чему, наверное, не привело. Тем временем синий баф получил Феникс. Посмотрим, как он будет с ним играть. Да, пока никак. Подзонил, правда, немножко Дженсена и вышел вперед таким образом по фарму. Он проиграл ему почти 5 мапцов. И вот сейчас был небольшой зонинг. И Дженсену сейчас будет тяжелее ласхитить, конечно же, из-за того, что у Феникса есть синий баф. Ну, а тут сейчас мы посмотрим, правильно ли была моя теория по поводу того, что Клауд9ы пойдут делать Дрейка. Метеус пробежал по своему красному лесу, ничего там не нашел. Ну, так и должно быть, на самом деле. Сначала должно появиться все в синем лесу оппонентов, а потом только в красном твоем. И Метеус кликает, что вроде как хочет пойти на волков, но не факт, что он туда пойдет. Бегает, бегает, бегает и никуда не ходит. Ну, вышка сломалась. И Клауд9ы, да, идут на Дрейка. Грейвс, ну, либо идут на Зелья на ганг устраивать. Грейвс сейчас забирает големов и, видимо, перепрыгивает, идет туда. Был поставлен пинг. Рексайка тоже сюда смещается. Они также эту идею Клауд9ов прочитали и отступают Клауд9ы. Ну, заденайли таким образом немножечко фарма для Рексайки. Потому что, ну, Рексай, кстати, не особо-то и проиграла по фарму. Нинджитаби она собрала первым айтемом. Дартош продолжает зачем-то выходить и кидать кушки отсюда, вместо того, чтобы пытаться, ну, там, делать какое-нибудь подобие тауэрдайва. Ой, извините, немножко зазевался, но... Ой-ой-ой, тут опасный момент для импакта. Импакт опять увлекся, он вчера, блин, на прошлой неделе, он точно так же увлекался, прописал таунт, прописал W и убежал, получив Ignite. Обменял свой флеш на Ignite мата, ну, это не самый плохой размен. Ну, а Клауд9ы уже в своем синем лесу фармятся дальше. Дженсен ультанул, чтобы зачистить вейв. Хм, интересно. Комментаторы говорят, что технически он мог просто лазером зачистить этот вейв, но ему пришлось бы на одну автоатаку больше везде давать. Так что можно и через ульту, тогда ты типа быстрее это делаешь и не приходится оставаться на автоатаках. Ну, наверное, это было важно. А может, это был просто тильт, потому что синий баф. Метеус, кстати говоря, украл у Дардоша. И Метеус получил 6-й левел, а Дардош все еще 5-й. Дардош играет с Нинджитаби, и поэтому он отстает по левелу так сильно. Так-то они, видите, в равенстве по опыту идут. А Метеус тут мата встретил. И не хочет Метеус наверняка этого голема отдавать. Тем более, что это на вардах происходит. Отменяет Фаби рекол. И голема не отдает. Маленького потерял, но это не страшно. Тем временем Сники во фришной вейве, запуская своих петухов за Ашу, выяснил, кто где находится, и запушил большой пак. Но, к сожалению, Лаура много с этого получит, ничего не потеряет. И еще пойдет мешать Сники фармиться. И я не уверен, что Сники стоит за это воевать. Ну, маленького забрал Сники, а большого забрал Лаура. 60 фарма на миде
проигрывает Дженсен, но это связано как раз с тем самым синим бафом. Ну и тоже, громко сказано, проигрывает. У него 70 фарма на 78. Это учитывая, что вы стоите против Риксайки и Зиллиана, не забываем об этом. Что Риксайка периодически выходила и кидала спеллы в Дженсена. Так еще и, помимо всего прочего, синий баф был у Зиллиана. Бедный Дженсен пустой, без маны бегающий. Ну, XP Advantage уже нарастает. Там комментатор сказал, что это не так важно, это XP Advantage, но в реальности уже целый левел ведет Метеус. И Дардош, даже забив этого, нет, за этого получит седьмой левел. Ну вот, седьмой левел апнул, он вроде как сравнялся. По голде Метеус с ним идет наравне, но Метеус скоро должен будет уже получить восьмой левел таким образом. Любопытно, конечно, что оба игрока решили играть фарм. Ну, хотя Дардош более агрессивно заходит в чужой лес. Купил он сайдстоун, еще сильнее оттянул появление своего левел апа айтема, ну, джанглерского грейда дальше. Дардош зачистил рапторов, Метеус опять украл их и вышел таким образом вперед. Плюс на Дрейка вся команда Team Liquid переключилась, Фиора была снизу. И таким образом Клауднайны немножечко подсели. Был у них план на то, чтобы забрать этого Дрейка на пятой минуте, или там какая шестая была минута, но Дардош приехал и отменил этот план. И теперь Клауднайнам надо уже в ответ что-то делать. Да, они забирают Риф Геральда, но это абсолютно правильный поступок, потому что, ну, нельзя просто так отдавать все. И так свой красный лес отдали. Бэм, синий баф пришел Фениксу. И Феникс 9 левел. Кстати говоря, это любопытно получается. И вправду, Дардош может тратить деньги на айтемы, которые не поднимают ему левел ап быстрее, потому что у него же есть Феникс, который его будет хилять. Ой, хилять, а поднимать ему левел, помните? Пассивка Зиллиан, это вторая. Он сейчас будет просто поднимать левел и все. И уже у Дардоша восьмой левел, кстати говоря. Но Метил все еще седьмой. Любопытно, конечно. Ну, правда, здесь сейчас и Дардош и налосхитал много. Что у нас по Шенам? А Шен тоже отстает по левелу, потому что Феникс на него также тратил повышение левела. Ну, там немного, но все равно опыт приличный такой доходит в итоге. Хотя я, если честно, на месте Феникса бы... Оу, какая реакция у Феникса. Неплохая ульта была от Аши. Прямо в лицо Фениксу, но Феникс успел среагировать и нажать флеш. И теперь Клауднайнам не поиграть здесь через Ашовскую ульту. Придется ретироваться, отправляться кому-нибудь куда-нибудь. А кто-то должен будет остаться на миде. Дженсен остается на миде, но, правда, Аша далеко отсюда не ушла. Ну, пока все аккуратничают. Тяжело, конечно, будет за Ашу попадать здесь ультой, потому что постоянно будет два танка стоять перед носом, и, помимо всего прочего, у одного, а именно у Северки, есть щиток, а у Зилина есть ускорение, поэтому так тяжело и получается. Тут Дженсен на Зилина нападает, но Зилин просто от него убежал, и Дженсен пытался немножко подфризить линию. Но потом передумал и решил уже ласхитать так ласхитать. Кстати говоря, он уже выровнялся по фарму. Можете полностью видеть. 110 на 111. Никаких проблем. Ой, не забываем, что у Зилина еще есть и телепорт. На Дженсена выходит. Подкидывание идет от Дардоха. Сразу спасение идет Дженсен. Дженсен доджит все. Прилетает сюда импакт. Прошел таунт от импакта под вышку. 5 игроков команды Team Liquid здесь. И Дженсен остается в живых, ему, правда, отменяет рекол, и ульту он свою все еще не потратил. То есть, если он сейчас с рекольца восстановит ХП, он сможет прийти на мид и посражаться. А тут, ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Очень красиво сыграл Мат, и за этим всем делом последовал Феникс. Не забываем, что Мат это был именно тот самый первый игрок на ЛКС Америки, который показал Барда, что его надо играть, и он реально очень хорошо на нем гоняет. Ну, и мы можем с вами видеть по этим бандингам. Парень не промах.
Ну что ж, никто не умер. Все еще счет 0-0. Я хвастался вам, что в Америке все по-другому, счета другие. Но первая игра очень ответственная получалась для обеих команд. Да и пики у них такие получились довольно унылые. То есть, если делаете свапы, то почти нигде мы киллов-то и не увидим. Одна команда ждет через Ашу, как-то убивает. Другая команда через Сидж будет пытаться играть. Ну, не Сидж, а скорее жесткий такой стан-стан-стан. И дальше получится, не получится. Если не получилось, отбегаем. Ну, а команда Cloud9 будет пытаться как-то через Ашу все это дело вытворять. Плюс, конечно же, у них есть Грейвс, вокруг которого тоже хочется поиграть. И Симпакт попытался побычить на Лаура. Он уже его перегоняет по левелу, как любопытно все меняется. Был 6-й левел Импакт, 7-й Лаура. Почему-то Импакт стал 8-м левелом, а Лаура так и остался 7-м. Но я могу объяснить почему. Потому что Лаура получил 7-й левел как раз таки за счет того, что ему Феникс поднял его. А сам он не особо-то поднимался. Метеус купил ботинки на Attack Speed Берсерки. Берсерки сейчас были в последних патчах чуть-чуть усилены. Как раз скорость атаки стала выше на них. Чтобы АДшники предпочитали покупать Берсерки вместо других каких-либо ботинок. Но Грейс уже не совсем номинальный АДшник такой. Хотя, кто знает. Напоминаю, что у Грейс всего две автоатаки, после которых он идет на перезарядку. И две этих автоатаки он будет быстро наносить как раз-таки, а перезарядка будет все равно происходить с той же самой скоростью, как и обычно. Просто он будет чаще в нее переходить, в эту перезарядку. Ну, не чаще, а все равно те же самые две автоатаки, вы поняли. Просто две автоатаки будут наноситься чаще. Но опять попытка от Team Liquid сделать то же самое, что они сделали в прошлый раз. Но на этот раз будет поопаснее, потому что Аша рядом. А Метеус где? Вот не вижу, где Метеус. На, вот он на мини-карте. А, было кинуто ульта в мата, но мат отфлешился. И команда Cloud9 сломала им заход. А Дрейк через 20 секунд. И Дрейк-то очень хороший будет для обеих команд. Обе команды... Зуб даю, с удовольствием бы за него посражались, но Team Liquid немножко себе подпортили возможность сражения. Еще и без синего бафа они останутся. Главное, чтобы Дженсону он достал. Ух, это было близко. Но очень хотели они, чтобы Дженсону достался, потому что теперь у Дженсона есть апнутая ульта и много маны. И Cloud9 забирает себе Infernal Drake. Ой, мат, куда? У него же нет флеша. Но команда Cloud9 байтится, дальше идет за ним. Бенефуфу застревает. А в чем он застрял, что-то не понял прикола. Ну. Ой-ой-ой-ой. W идет Дардоша. Дардош придется на Ешке уходить. Метеус забирает Громпа. Его не интересует ничего, кроме Громпа. Он сюда ради этого и пришел. Дэмэдж собрал Метеус уже, кстати говоря. Джанглерский айтем закончил и Дардош. И по левелу, видите, они выровнялись. Но это спасибо Фениксу, как говорится. Зато Феникс сам себе левел не смог поднять. 12-й у нас Дженсен. И 11-й Феникс все еще. На синий баф идет Лаура, но это, походу, ошибка, потому что Шен будет рядом и будет ее очень сильно сейчас разбивать. Мы знаем пассивку Шена. У него Ешка не откатилась, что ли? Ну ладно. Испугался Лаура вообще всего и решил отфлешиться просто через стенку. Ну и теперь Шен может даже немножко попытаться пофризить, хотя с Санфайром это не особо получится. $26,200 to $26,000 ровненько. Дженсен обновился синий баф, а предыдущий получил, который Зилин не сцапал. Сейчас еще один получил синий баф. Ну что ж, мы видели Виктора от Дженсена. У него, кстати, в этом сезоне на Викторе винрейт, по-моему, 3 победы, 1 поражение. Тоже очень хороший винрейт. Как и на Азире, тоже почти что непобедимый, так и на Викторе. И Виктор, как правильно сегодня подметили в игре европейцев, я ее смотрел, ну, с вами вместе я кушал и смотрел, а вы просто смотрели, ну, те, кто были.
А те, кто не были, ну, значит, не смотрели, что поделать. Так вот, там Крепа говорил, что у Виктора есть два возможных билда, и он обычно играет сначала, как это называется, контроль маг, то есть тут рулай у него сейчас появится, за рулаем у него будет КДР собран, а... Ну и его, собственно, грейд. Я не знаю, там, как они эти грейды, я за Виктора не играл, поэтому не знаю точно, как эти грейды распределяются. Но, в общем, по его грейдам тоже там какая-то фича идет. А если что, в лейте можно всегда в ассасина переписаться, записаться в ниндзей, и будете ассасинейтить оппонентов похлеще всяких физов. Там нужен будет Лич Бейн, другой грейд на Виктора эту палку. И что-то там еще покупается. Ну, это заменяется просто айтемы. Это в жестком лейте. Красный баф, к сожалению, украли у Cloud9. Дженсен, ну, то есть не Дженсен, а Impact туда поднялся посмотреть, но было уже слишком поздно. Все было забрано. Ну, Дженсен, вот он где у нас на меде. Гоняет мопцов, всех убивает. И уже у него 193 мопца. Напоминаю, что ему сейчас рекорд этого сезона принадлежит. 9,6. В Европе, кстати, я посмотрел, статы получше, но эти статы выдают АДшники, и мы сами с вами видели, как эти АДшники их набирают. Они играют просто 45-минутные игры, и в этих 45-минутных играх 450 мопцов выбивают. Это понятно. Именно поэтому АДшники набирают. Кстати, сегодня был рекорд, опять ЛКС установлен, перебит прошлонедельный рекорд. На прошлой неделе, напоминаю, это же команда, кстати говоря, тоже с Реклосом сыграли они. Это Реклос был? Подождите, я пытаюсь вспомнить, Реклос ли это был. Тоже было против команды Origin. Origin забэкдорили в конце. Игра шла час 12 минут, и там был рекорд 864, по-моему, мопса установлен, что-то в этом роде. Сейчас точно не знаю, но он был выше 864. Да, там где-то, ну, за 900 не зашло. 890 где-то мопцов было залосхичено. А залосхичено было Севиркой. И поэтому там так и получилось. Игра, на самом деле, даже меньше по времени шла. Она шла 67 минут, а не 72. Но дело в том, что Севирка фармила 3-4 пака даже там мопцов постоянно. И, ну, сами понимаете, за это время, за 800 зашла, это порядка 11,5 в среднем, получается, мопцов делала Севирка. Вот так вот и набирается в Европе показатель 9,6. Ну, а в Америке это редкий случай вообще здесь. Среднее время продолжительности игр на 10 минут ниже, чем в Европе, поэтому... То, что сейчас происходит, это скорее не классика американского ЛКС, это скорее случайность американского ЛКС. И получилось так, что остался один здесь Дженсен, и он не смог задефать эту вышку. И по вышкам Team Liquid вышли вперед, а мне что-то в рот попало. Какая-то птица залетела. В ответ бы как-то бы тоже вышечку бы сломать, да? Что-то как-то не получается. Синий баф, кстати, не проконтролировали Cloud9. И синий на этот раз Феникс получит ли? Да, получит. Очень было близко, чтобы Дардош случайно украл этот синий баф, но нет. Дардош у нас Титаник Гидрус собирает. Метеус идет в Black Cleaver, либо Trinity Force. Почему я придумал здесь вдруг Trinity Force? Потому что Метеус на Киндредке его собирает очень часто. Поэтому я подумал, что может быть на Грейсе он то же самое делает. Сейчас Метеус, кстати, немножко сильно уже даже начинает отставать. Неприятненько так по не левелу, а, ну хотя по левелу тоже. По деньгам. То ли Метеус не бэкался, у него сейчас на руках почти 1,5 штуки. То ли в чем проблема, не понимаю. Cloud Drake тут апнулся. Cloud9 хотят взять Cloud Drake. Есть у них Шен. Пошла ульта Барда ужаснейшая. И начали делать Cloud9 и Drake, а Team Liquid, так как им в ответ-то больше нечего забрать, на миде вышки нет, не знали, что делать, в итоге они просто пошли на мид, подпушили немножко, а тут Шен говорит, ну, что вы пушите, ребят, здесь все нормально, я все отобью, если что. Два Drake против одного, Team Liquid немножко профукались, и не совсем понятно, как бы,
в чем суть их сейчас плана. Почему они отдали вот этих двух дрейков? Окей, того дрейка они отдали, ну, случайно. Они посиджили лимит, у них не получилось, отступили. При этом потеряли вижен, и Мат был без хп и без флеша, ему пришлось реколиться. Он позже всех приехал. И получилось, что чуть было там не умер. А этот-то дрейк, почему они отдали? Шен наверху, Шену надо телепорт снимать. Ну, или ульту его снимать, ничего страшного. Ну ладно. Сейчас комментаторы тоже это обсуждают. Что Team Liquid, извините, из-за того, что Барт не попал ультой, решили, у нас нет теперь ульты, а здесь Шеновская есть ульта, Ашовская есть ульта. Если мы ворвемся не очень удачно, может все закончится очень неудачно, как раз таки для нас. И вот оно как левелапается. Сники уже был 11 левел, но Фаби бах получил 11. Там немного опыта получается, где-то по 500 очки. В самом-самом конце игры каждый игрок примерно получит от этого Зелена. Это на самом деле не так уж и много, но все равно приятно. 18 левела у них у всех будут раньше. А если бы он обузил Феникс, он на самом деле мог обузить. Под обузом я подразумеваю, что он бы давал левелап постоянно одному какому-то игроку. Вот просто давал, давал бы и давал бы. Когда вы играете саппорт Зиллиан, вы так, в общем-то, и делаете. Это была бы реальная проблема. Я играл просто саппорт Зиллиан и давал постоянно своему адекерри этот баф. И в какой-то момент я понял, что мой адекерри плюс 3 левела ушел относительно адекерри оппонентов. И это без особого какого-то доминации. Отфлешивается Лаура, флешивается за ним импакт. И импакт делает First Blood 1 на 1. Рифт, Геральт зашел на ура. Рандуин плюс Санфайр. И Лаура, как я вам и намекал, он вообще-то не Фиора. Это не его чемпион. Она даже по механике не совсем похожа на его чемпиона. Его чемпион это Поппи. Под Поппи очень подходит Гнар. Ну, Трандл это такие вот тоже похожие чемпионы. Фиора, конечно, она более схожа с каким-нибудь... Да... Воу! Мы потеряли сники разом. Прилетает импакт, но прилетает он на Дженсона. Влетает бонифуфовская ульта, но это скорее для дисенгейджа. Ох, как пропал сники с карты. Две бомбочки поймал от Феникса, и не было у него никакого сустейна, и был он просто ваншотнут. 1-1 у нас стал счет по киллам. Хотели Cloud9 использовать преимущество Шена. А Лаура же только через телепорт бы смог сюда прилететь. И пока был Лаура еще мертвый, Cloud9 решили сделать all-in и просто две бомбочки минус. Ну а потом Шен прилетает таки, но не хватает дэмэджа, хил и все. Очень красиво сыграл на Феникс в этот момент. И Сники надо сейчас будет быть немножко поаккуратнее, дожидаться хотя бы одну бомбочку, чтобы кто-то куда-то кинул. Ну не кто-то, а... Феникс куда-то кинул перед тем, как начинать на него так бычить. Блэк Кливер все же. Метеус на Риксайке, абсолютно правильный выбор. Тринити Форс мне бы не понравился. И синий баф. Зелен успевает забрать бомбочкой. Любопытно. И левелапнул еще Дардоша. И вот Дардош уже плюс 2 левела ушел от Метеуса. Ну вот. По крайней мере, вот здесь вот мы с вами увидели, как он левелапает два раза одного игрока. И сразу тот уходит почти в 2 левела. Ну или даже целых уже 2 левела. Метеус до сих пор не левелапнулся. Почистили Team Liquid борды на Нашоре, но... Cloud9 их тут со спины попытается сейчас поджать. Правда, поджать-то и нечем. Чувствую, мы увидим Зиллиана банк в следующей игре, а карма будет открыта. Да, Лаура как раз-таки... Посмотрите, насколько сильно отстает по опыту от импакта за счет того, что импакт сделал килл. И смог нормально пофармиться. Заденайл много мопсов Лаура. Еще прилетел наверх, где хоть киллы не получил, но там просто поучаствовал хоть в каком-то заработке опыта.
А Лаура из-за этого почти 3 левела отстает. Хотя я вру. Вру, на самом деле, там 15 левел с копеечкой. Ой-ой, тут Метеуса что-то поддамажили, всякая хрень в него летит, но Метеус вроде жив. Ему сейчас надо собирать Хексдринкер либо Стирак. Ну, на Грейвсе любят собирать ребята Хексдринкер в приоритете. Вообще, с тех пор, как убрали эту классную комбу Стирак плюс Хексдринкер, когда вы могли пойти в жесткие щитки на разных ваших чемпионах АДшных, которые скелятся и от АД, и от Пенетры, и от КДР, и, конечно же, от скорости атаки. Когда это исправили, с тех пор я все реже и реже вижу Стирак. То есть я вижу Хексдринкера очень часто, вот Стирак люди не хотят собирать. Видимо, Стирак все же слабее, им кажется, по показателям, чем Хексдринкер. Хотя цена у них примерно одинаковая. Забрали Дрейка. Это уже второй Дрейк по объектам для команды Team Liquid. Здесь Cloud9 пытались на Нашора обменять этого Дрейка, но это не получилось. И следующий Дрейк будет у нас уже Elder. Ну да, первого Дрейка так время быстро летит. Первого Дрейка-то как раз таки Cloud9 же не взяли тогда. И потом 5 минут примерно как раз и прошло с тех пор, как они его не взяли. И из-за этого не успеть сделать 5 Дрейков. Ну и что у нас получилось? Хороший контроль Elder Drake и Нашору команды Team Liquid. Они могут его теперь очень быстро забирать. Плюс у них хороший есть урон по вышкам. Команда же Cloud9 будет хорошо скелиться от дэмэджа, который у них есть. Ну и скорость передвижения не самый худший показатель для той же самой Аши и Шена, которые почти под паук пытаются не попадать, а просто бегать и кастоваться. Лаура, да, 14 левел, импакт к 15 остался. И мне не нравится то, что импакт начинает делать. Он смещается к игрокам команды Cloud9, но он должен по-прежнему, мне кажется, оставаться просто снизу с Ирелли и держать ее, ну, поскольку он может с ней сражаться. Но у нас все еще 1-1, и никто не двигается. Но я надеюсь, что следующая игра будет поактивнее, как бы это ни закончилось. Дорош выбивает здесь пинкварт. За счет гидры немножко получает урона, потому что она сагрила на шор. Но больше ничего плохого не произошло. Импакт ласт хитит, не теряя хп вообще. Да, правильно подмечает второй комментатор. Очень какая-то деликатная игра, как будто обе команды боятся сильно задеть ту или иную команду. И получается, что просто вот фармится. И мы Ашовскую ульту видели за игру пока один раз, и она промахнулась по Фениксу. Больше ни разу не увидели. Даже киллы делались без Ашовской ульты, ну что поделать. Вообще, киллы делались только здесь, и килл вполне реально можно осуществить. Лаура делает all-in в импакт, а в этот момент Сники с Фениксом сражается, отфлешивается, убивать его убивает, ждет, пока закончится у него пассивка, она заканчивается. Феникс будет кидать бомбочку, но попадает в стан, и не получается ему кинуть эту бомбочку. Команда Cloud9 вся здесь. Кидает Барт свою ульту, но это ему не поможет. И еще один килл команде Cloud9. 3-1. Не получилось. У Ирели нет стана. Почему Ирели... Ой, извините, не Ирели, у Фиоры нет стана. Почему вот Фиора чуть хуже против Шена работает, чем остальные чемпионы? Не только потому, что он ее впрямую контрить может. Ой, ее Cloud9 решили в наглую делать Нашора. Если у Метеуса смайт, есть смайт у Метеуса. А Бонифуфу будет, скорее всего, Дардоша не пускать через свою ульту. Плюс у Аши есть ульта. Решает Дардош даже не пытаться играть смайт войну или как? Бонифуфу! Дардош сделал
врыв под вышку, но Метиус выигрывает, ой, не под вышку, извините, под нашора, но Метиус выигрывает эту смайт-войну. Скажем прямо, Дардошу было очень тяжело. Попытка была неплохая, но 2400 хп как осталось, так и не менялось. Ему, Дардошу, пришлось вручную их снимать. И пока он снимал, это не получилось. Давайте посмотрим, с чего вообще все началось. Мы смотрели не тот момент. И здесь две бомбочки в снике влетели, но убить его на этот раз не смогли. И когда они откатились, Сники отфлешился. И казалось бы, для Феникса не было проблем, не было печали, но прилетает Шен. И печаль, вот она, потом стан. Бомбочка у него отсутствует. И Мат, который бежал все это время сюда помогать, хотел сделать плейс, кинуть ульту в игроков, а сам убежать через флеш, но это у него не получилось. И команда Cloud9 уже 4-1 повела. И есть у них нашор и 1.5 минуты до Элдер Дрейка. Ой, Рикс Сайка немножко здесь сейчас может попасться. Ну, действительно будет немножко. Метиус же купил себе действительно Маломортиус. Дардош, кстати, не доделывает спирит-визаж, переходит он в Рандуин. Выбор абсолютно правильный. Виктор не будет фокусить Риксайку, сдалась она ему как будто. Лаура, кстати говоря, пытается запушить ботлейн, извините, топлейн, но в этот момент как бы Cloud9 уже забираются наверх. Я не совсем понимаю, почему Лаура не остался вместе со своей командой, они просто так отдали ингибитор. Ну ладно, не просто так вот Лаура сломал вышку, но Cloud9 сейчас заберут и эту вышку, следовательно, по вышкам будет абсолютный паритет по потерям. А дальше не пройдет Лаура, Шен ему уже помешает. Шен начал вот сражаться с Лаурой. У Лауры опять ничего не получается. Он пытается переиграть. И Impact решает, что лучше не рисковать и отступает. Хотя у него есть га. Но чувствовалось, что Лаура уже какой-то такой небольшой плюсик. Шел. Какая неплохая ульта. И пошла в мата. И не кидает Зелен ульту на мата. Не пытается его даже спасти. Он испугался и дал ускорение самому себе. И после этого уже ульта Аши долетает и добивает мата. И 5-1 становится счет. Cloud9 поднимается выше. И напоминаю, что Шен в любой момент может прилететь. А Лаура будет лететь гораздо медленней. Не получилось у Impact подпушить Лаура. Тут не испугался и остался на линии. Дальше ничего не купил, кстати говоря, Impact. И просто бежит дальше отпушивать мапсов. Ну а команда Cloud9, скорее всего, пойдет брать Elder Drake. Даже Шен, посмотрите, сразу ультует сюда, чтобы танковать за всех игроков. И Рексайка. У нее нет вижена, она только сейчас понимает, что все здесь плохо. Происходит сразу таун, переключение на Дардоша. Но Бонифуфу здесь не достанет. Поле открывает мат, и они отправляются, к счастью для себя, к своей базе поближе, но проблемы, проблемы, проблемы. БТ есть уже у Сники, и вот чувствуете, вот как у Зелена резко пропал урон. Вот честно, это вот в этом его и проблема. Я вот помню, на прошлой неделе тоже был Зелен, кстати, тоже, по-моему, от Феникса был. И хорошие они, много урона наносил, много всяких полезных вещей он делал, но все равно проблема видна. То есть, когда делали Cloud9 после убийства, помните, First Blood снизу сделал Impact, Cloud9 сделали такое подобие Tower Dive на топе. И в этот момент, по сути, Зелен ваншотнул Ашу. Вроде как Ассасин сыграл, но вот сейчас, когда он нашел Сники, дал по нему бомбочку, да, Сники прожимал хил, но дэмэджа не хватило. Не хватило Зелену, даже близко. Еще целая минута веселья с двумя бафами от дракона команды Cloud9. Какой лазер был от Дженсона запущен. Еще и дабл и от Сники. Очень много урона, конечно. Elder Drake для команды Cloud9, если честно посмотреть, он гораздо лучше заходит, чем для Team Liquid. Я вот посмотрел, у Team Liquid только один чемпион бы смог нормально поукать. Лаура здесь попадает в небольшие проблемы. Вместе с Импактом вынужден сражаться, но подошел еще и Метиус, и пришлось ему совсем оттуда отбегать.
Но здесь не получается сломать Клауд-9 эту вышку. Может быть, это даже связано с тем, что Метеос здесь. Все, сейчас 10 секунд осталось, и закончится Элдер Дрейк. Ничего Клауд-9 с ним толкового не сделали. И все, он закончился. Бомбочки не попадает. Феникса пошла ульта. В ответ пошла бардовская ульта в Банифуф. Банифуф остался в живых. Много всякой хрени на себя получает. Не могут продвинуть склад, наверное, вперед. Метеус, в которого ультовала Фиора, отфлешился и убежал в сторону. И Клауд, наверное, здесь проиграли, потому что два керри команды Клауд, наверное, были отзонены. Они не смогли пройти из-под вышки в этот тимфайт. Ну, сейчас ингибиторы тогда уже скоро будут появляться у команды Team Liquid. И такой немножко европейский ЛКС начинается. Ты как хочешь сказать, ну, начинается. Начинается то, что обе команды будут сейчас очень сейфово играть. Скорее всего, Метеус Габу сейчас собирать следующим айтемом. QSS есть у Сники. Не совсем я уверен, что он может ему помочь. Понятное дело, что это берется против Зилиана. Ну ладно. А Нашор у нас... Нашор через 30 секунд, кстати говоря. А ингибиторы-то все еще не среспаунились. Они должны вроде как появиться, но все еще нету их. И это означает, что можно на Нашора резко просто пойти. Не обязательно даже здесь пытаться сломать эту вышку на топе. Сломать Нашора и после этого делать то, что хотят. Импакт реколится, скорее всего, за Торнмейлом. И да, Торнмейл у него появился. Full build уже импакт. Менять в этом билде можно только Spirit Visage на Вармок. Но это так, если вам не нужно дополнительного отхила. Напоминаю, что сейчас Вармок тоже дает 10% КДР. И поэтому Spirit Visage в данном смысле он лучше Вармока, только потому что дает этот отхил дополнительный для ваших разных хилов. И, конечно же, Магресс. Но если вам эти показатели не нужны, то берите Вармок. Ой, нет, ничего страшного не произошло. А где у нас Сники? Сники здесь и раскидывается W, да. А там в два рыла, кто не видит, забирает Нашора. Ну, мы с вами не видим. И Нашора уже больше, чем наполовину забрали. Шен плюс Дженсен. И из-за того, что Риксайка харасит... Ой, извините, Грейвс харасит всех. Не знаю даже Team Liquid, что делался там Нашор. Сейчас они это узнали. Нажал телепорт Фиора. И появился теперь телепорт. Все. Импакт полетел вниз. Правильно. Не нужно сейчас париться. Пусть импакт улетает, отправляется вниз, и теперь мы просто вынудим команду Team Liquid вернуться назад и забрать Нашора сможем таким образом. Но Шен решает, кстати, прийти к команде. Нельзя Клауд-9 нам так легко отдавать, потому что там дабл Mountain Drake. Шен сделал таунт врыв, пошла ульта Аши, минус Феникс, он не успевает даже ультануть. Как это попал Сники, я не знаю, ребят. Но это что-то было из ряда вон выходящее. Я хочу повтор увидеть, как он умудрился попасть в Феникса. Импакт гонится за Лаура. Лаура прыгнул, фейлит. И его за это убивает Дженсен. Это заслуженная смерть. Ну, импакт уже на топе через телепорт прилетел. Начинает сражаться с Дардошем и проигрывает Дардошу. Этим мне Риксайка всегда нравилась. Она... плюет в лицо всем этим танкам, потому что у нее есть трудомаг. Скорость атаки выше, трудомаг. У нее пошла ульта. Банифуфу небольшая проблема у него возникнет, но он отпрыгивает и сохраняет себе КДА. И Cloud9 вроде как выигрывают. Без потерь нет, нет. Сломали два ингибитора, открыли еще одну вышку. И до Нексуса теперь мешает только одна вышка. И Cloud9 решает отступить. Видимо, это делается из-за того, что если они сейчас хоть кто-то умрет, они отдадут Нашор, а это того не стоит. Так и сами Cloud9 могут пойти на Нашор. Ну, там, правда, Риксайк, 30 секунд до ульты.
Ну, она просто воскреснет и ультанет. Да, пошли они это делать. Немножко рисковый момент, мне кажется. Запустила Аша своего хавка. И пошла ульта. Барда попадает. Банифуфу ставит читок, но так, чтобы просто Клауднайны забирали на Шора. Прошел таунт по мату. Минус мат, он умирает, не успевает его спасти никто, но спасает Феникс другого своего игрока, правда, ненадолго. И Сивирку тоже убивает. 10-1 становится счет. Не зря Клауднайны фармились. Они чувствовали, что в лейте они будут по механике лучше играть и по пониманию того, что происходит, чем команда Team Liquid. И как итог, Team Liquid им надо, мне кажется, играть не от Фиоры. Фиора оказалась никакущая. Давайте смотреть еще раз. Таунт. Боже ты мой. И ровненькая ульта прямо в Зелена прилетела и не дала ему никакого шанса. А здесь Лаура вроде убежит, да? А, все, вспомнил. Он сейчас не сможет перепрыгнуть, я вспомнил. Он получил ускорение, потому что ультанул и зафейлил свой прыжок, за что и был наказан Дженсеном. Причем Дженсен все сделал красиво. Клауднайны без боя, кстати говоря, просто заходят наверх, сломали вышку и пытаются просто закончить, не добивая никого. И 10-1, победа. Скучненькая, уныленькая, но победа есть победа. Лучше так, чем по-другому. Ну что ж, у нас пока минимальный перерыв будет. И ждем следующую игру. Это Best of 3, напоминаю. Дардош просто проходит мимо Cloud9. И, видимо, тут сейчас будет опять замена. Смути появится вместо Банифуфу. А это значит, карма не будет забанена. А вот Зилиан будет... Была ли проблема Cloud9 в Зилианом? А нет, и в перерыве решат.